Я надеюсь, вы не за рулем. Я немного вожу, но большую часть работы делают олени. Это мой четвертый год в качестве Санты. А у тебя? Вообще-то с меня все и началось. С Новым годом! Мы тут подумали, что один из подарков ты можешь получить пораньше. А что это? Это рация напрямую связана с Санта-Клаусом. Я могу поговорить с Сантой? Ну что, соседи? Добро пожаловать в самое худшее Рождество. Вы имеете 300 миллионов долларов в личном хранилище. Их-то я и хочу себе на Рождество. Мне не нужны никакие проблемы. Поэтому я просто уйду в дымоход, ладно? Кто он такой? Он не типичный Санта из торгового центра. Санта, ты меня слышишь? Папа сказал, что ты был занят сегодня. Меня зовут Труди Лайтстоун. Ты поможешь нам, Санта? Конечно, Труди. Санта? Ты в хорошем списке. Санта обязательно придет к тебе. Пришло время наказать плохишей. Кто ты, черт возьми? Босс, а что если он действительно настоящий? Дед Морозов не существует. Это плохие парни. Они есть в моем списке непослушных. А что вы делаете с непослушными? Дарю им кусок угля. Куда он делся? Я должен посмотреть. Я верю в тебя, Санта. Кто из вас это сделал, а? Прэнсер? Это непрофессионально.